Злой десит на сайте «Обозреватель». Японцы на пути создания оружия, нивелирующего ядерный потенциал России. Весьма интересные новости из области высоких технологий и новейших разработок пришли из Японии. В стране восходящего солнца научная группа, работающая на базе предприятия Mitsubishi Heavy Industries, впервые в истории смогла добиться передачи заряда электричества между устройствами в пространстве, при этом не используя проводку. Итак, наследие Теслы спустя столетия ожило, и ученые наконец-то добились беспроводной передачи электроэнергии. Что примечательно, данный проект подразумевает изначально не беспроводную передачу электроэнергии в земных условиях, а непосредственно из космоса на Землю посредством электромагнитного сигнала. Но по ряду технических моментов сейчас эту передачу осуществить из космоса не получится. А вот в земных условиях японским ученым уже подвластны 10 кВт мощности, переданные на расстояние в 500 метров. А теперь от науки к делам повседневным. А если быть точнее, к комплексу автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», находящимся на вооружении Российской Федерации. Дело в том, что относительный технический баланс между Россией и Западом в области вооружений массового поражения сохраняет некий паритет. И единственное, что могло привести к кардинальному перелому в этой области, это вооружение нового типа, к примеру, боевые лазеры. Но проект боевых лазеров не был идеальным, и во многом из-за явления так называемого плазменного пробоя. Как поясняет выпускник Московского энергетического института Константин Авраменко, мощное лазерное излучение ионизирует воздух в треке прохождения луча, возникает сгусток плазмы, аналог шаровой молнии, и вся мощность лазерного импульса уходит в этот плазмоид. То есть, при земной атмосфере луч просто не долетает до цели. Атмосфера – это лучшая броня, защищающая человечество от боевых лазеров. Эффективно лазерное оружие только в разряженной атмосфере на высотах более 10 тысяч метров. Но речь в данном случае шла о передаче энергии лазерным методом. А вот японцы миновали его, передав 10 кВт. Да, всего 10 кВт, достаточных для работы обычной аппаратуры. И да, всего на 500 метров. Но это сегодня. А завтра? Завтра это уже будут гигаватты энергии, без каких-либо преград, передаваемые на большие расстояния. Невольно вспоминаются эксперименты Николы Теслы. И вот тут задумываешься, как быстро японцы станут первой неядерной державой, имеющей на вооружении установки, способные направить в любую шахту в мире и в любую ракету в воздухе гигаватты энергии. И вот тогда придет конец кремлевской обезьяне, пугающей весь мир ядерным оружием.